Проверяем. Значит, полностью кран открыт. Поехали. 1,35 мощность. Давление у нас нулевое. Еще. Так, угу. Есть 5 метров. Одна атмосфера. Потребление. Давай. Полторы атмосферы. Так, 2 атмосферы, потребляемая мощность. Ведро у нас 17 литров, когда до краев, мы будем считать, что 16. Так, 3 атмосферы. Потребляемая. Давай.
Ну, очень плавно, да, уменьшается производительность, то есть ни резкого нет. Три с половиной потребляемая. Сейчас еще 4 перетерпим. Еще. Все. Бьется там что-то? Ну, 4 практически. Ладно, сейчас. Ну, будем считать, что 4. Блядь. Это бессмысленно. Ладно, сейчас. Сделаем. Да? Сделаем 3,9. 3,9. 3,8. Сколько он, что-то смотрю. Что-то льется? Ага. Угу. Ну давай. Можно бросить. Надо будет подумать, кому его продать. Ну что, масло качество солнечное, нефиг делать. Соляру, кстати, легко вообще. Так, все.